И баланс. Угу. Пожалуйста, Софья, давайте вас научу. Давайте. Флейринг в переводе обозначает «летящий по кругу». Это техника, в которой работают бармены в клубах и ресторанах для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я неплохо жонглирую, но делать это стаканами и бутылками попробовала впервые. Из-за того, что у этих предметов центр тяжести находится снизу, а не в центре, траекторию их полета предугадать сложно. Для обучения используют бутылки из пластика и стальные стаканы. Существует два направления флейринга – working flaring. То есть рабочий, когда у нас в бутылочках залито там по половине бутылки, может быть даже больше, и мы несложные движения какие-то делаем. И exhibition flaring, то есть выставочный флэринг, когда мы с элементами шоу, костюма, в такт музыки, да, более сложные какие-то делаем движения, жонгляж и много-много чего другого. Всему этому учат в Красноярском техникуме индустрии гостеприимства и сервиса. Кроме практики, здесь занимаются и теорией. В мире делать и пить коктейли стало модным еще в середине 20 века. В России же профессия оформилась только в конце 90-х. И за 30 лет успела стать серьезным, прибыльным делом и сформировать вокруг себя целую культуру. Кофе – это самый продаваемый продукт на сегодняшний день. Его, то есть 90% людей начинают утро с кофе. На сегодняшний день кофе продается больше, чем нефти и газа даже, поэтому я считаю, что эта профессия очень перспективна. Кофе – это классика и гарантия прибыли. Но главное мастерство бармена все-таки заключается в виртуозном смешивании напитков. Добавишь чуть больше апельсинового сока, и коктейль получится кислым. А ведь апельсин, ананас, малина – все это не просто ингредиенты, а маленькие порталы, которые переносят нас в другие страны и эпохи. В угоду определенным историческим обстоятельствам многие бармены, уехав из Америки, где был в то время сухой закон, стали организовывать небольшие экзотические бары во французской Полинезии, где стали удивлять богатых людей, приезжающих из Америки, для того, чтобы наслаждаться экзотикой, коктейлями. Как раз такой коктейль в стиле тики приготовила для нас ученица 4-го курса Ксения. В составе различные соки, грушевое пюре, вишня и ягодный сироп. Подается в соответствующем стакане. После техникума Ксения планирует продолжить обучение и участвовать в чемпионатах. Мировые состязания между барменами проводятся каждый год в новой стране. Отборочный этап пройдет этой весной и в нашем городе. Обещаем следить и рассказывать вам об успехах представителей этой творческой профессии. Софья Лупинина и Денис Шабанов.